первые люди на территории Беларуси появились не менее чем 400 тысяч лет тому назад. А первые шахтеры появляются в Беларуси приблизительно 4,5 тысячи лет тому назад. Это просто определенная такая, наверное, сенсация и изюминка белорусской истории. Это свод законов, это конституция, и мы называем Льва Сапегу как одного из авторов, разработчиков, канцлера Великого княжества Литовского. После Люблинской унии, конечно, повернулась ситуация. Без знания польского языка, белорусу, то есть не католику, этого не было дано. Конечно, у нас свои подходы к защите интересов. Иосиф Ланбард, Виктор Туров, Василий Быков, Владимир Короткевич, Всеволод Игнатовский, Мина Ишмырев. Вадим Леонидович, добрый день. Добрый день. Недавно в своем интервью вы указали о 6 периодах в истории Республики Беларусь. Хотелось бы сегодня подробнее поговорить про эти периоды, что они значили для Республики Беларусь, какие основные деятели были в этих периодах, ну и основные моменты, которые происходили в эти периоды. Принято решение, и это тоже очень правильно, что в Национальном историческом музее, да и вообще, вот сегодня мы оперируем такими понятиями, как история Беларуси, например, в догосударственный период, или история Беларуси, начиная с первоначального заселения до IX века. Это первый период. Дальше мы говорим о истории Беларуси в первой половине XIII века. Дальше Беларусь во второй половине XIII-XVIII веке. И следующий период – это Беларусь в конце XVIII, начале XX века. Это исторические формы белорусской государственности, вот эти четыре периода, первые исторические формы в концепции, начиная с IX до первой половины XIII века, будут обозначены. Полоцкое, Туровское княжество. Мы рассмотрим и покажем Полоцк как колыбель белорусской государственности, так же, как и Туров. Кстати, в последних изданиях, многих и научно-популярных, в книгах и в том числе учебниках по истории белорусской государственности и, например, в учебнике истории Беларуси в контексте всемирной истории, такой подход есть, и мы сегодня, исходя из концепции национальной безопасности, исходя из национально-государственных интересов и позиций, а это задача главы государства, он так и говорил, национально-государственные подходы к созданию Национального исторического музея. И вот эти исторические формы белорусской государственности, они будут показаны, так как период Великого княжества Литовского, мы также обозначим, изучаем сегодня и доносим вопросы, связанные с Речью Посполитой, например, двух народов, разделами Речи Посполитой. И когда Республика или Беларусь вошла в состав Российской империи, также показываем особенности экономического, социального, культурного развития. И вот этот период, например, XIX века, как он сильно повлиял на формирование национального самосознания, на становление, в принципе, белорусов как наций. И дальше два периода, 1917-1991 год, условно мы назовем советский период, важнейший период, и мы показываем все события и рассказываем, изучаем, знаем, связанные с Октябрьской революцией, тем значением, которое именно Октябрьская революция сыграла для Беларуси, для белорусского народа в формировании независимого государства. ССРБ, Литбел, БССР и до 91 года, до распада Советского Союза и становления независимой Республики Беларусь. И вот это шестой период, Беларусь суверенная, Республика Беларусь. И мы также приняли решение, и в концепции это обозначено, что в Национальном историческом музее будут показаны
период с 1991 по 1994 год, и дальше с 1994 по современность – это формирование, развитие, становление института президентства в Республике Беларусь. Мы, когда обсуждали главы государства и концепцию, был такой вот очень интересный, доверительный разговор профессионала. Вот эта вот доверительная беседа, мы разные периоды рассматривали, не должно быть какого-то замалчивания разных периодов. У нас в истории были и трагические, и героические странички, но мы вышли на такое суверенное, независимое государство с устоявшимися границами, территорией, населением, многонациональное государство. 156 наций и народностей проживает в Республике Беларусь. И это жители с синими нашими паспортами, жители Республики Беларусь, но других национальностей. Это единый белорусский народ, который представляет Республику Беларусь с уникальной многотысячелетней историей, с тысячами артефактов, которые показывают глубину истории и древность этой истории, и что мы не на пустом месте появились, что не просто так сегодня есть страна, страна, которую знают во всем мире. Ну вот если поподробнее, мы начнем с каждого периода, вот начнем, как вы сказали, до IX века, это первый период. Что было, что происходило? Ну не так же, что вот в IX веке вдруг появились белорусы или вот их предки на этой территории. Наверное, раньше что-то происходило, и как это происходило? И вот вы правильно подвели, не на пустом месте мы, конечно, появились. И этим периодом, вот догосударственным или первобытно-общинный строй, первобытного общества период, мы также должны гордиться и показывать. Сегодня мы говорим о том, что первые люди на территории Беларуси появились не менее чем 400 тысяч лет тому назад. В результате исследований последних лет ученых Института истории и совместных наших экспедиций с российскими коллегами, в первую очередь на территории Ивановского района, около деревни Агова, обнаружен уникальный памятник археологии, древняя стоянка, современный карьер по добыче гравия. И вот этот, в принципе, карьер, иногда мы говорим, что земляные строительные работы помогают археологам найти что-то такое уникальное. И вот под мощным многометровым слоем гравия мы нашли слой с артефактами, очень древними артефактами. Эти артефакты залегают в слое, который продатирован, естественно, научными методами, и возраст этого слоя не менее 400 тысяч лет. Это говорит о том, что вот на нашей земле, на нашей территории Республики Беларусь первые люди появляются 400 тысяч лет назад. Они жили тут, занимались какой-то своей деятельностью, изготавливали кремниевые орудия труда. Это вот первый факт, который положен и в концепцию, и будет показан в новом Национальном историческом музее Беларуси. Мы сегодня эти факты показываем и в учебниках, и в изданиях. Например, я гражданин Республики Беларусь. Следующий факт, который очень интересен в этом периоде, я бы назвал появление на нашей белорусской земле первых шахтеров, древних шахтеров, поселок Красносельский, Волковыский район Гродненской области. Когда мы где-то общаемся с молодыми людьми, учениками или даже взрослыми людьми на каких-то площадках во время круглых столов, вот я рассказываю, что сегодня у нас такая шахтерская страна, мы знаем Солигорский калийный комбинат или там около Петрикова, а первые шахтеры появляются в Беларуси приблизительно 4500 лет тому назад. Люди, наши с вами предки, строили шахты, штреки, подбои, добывали кремниевое сырье для изготовления орудий труда, топоров, наконечников стрел и различных предметов. Мы сегодня вот в этом периоде, который до IX века, конечно, показываем новые материалы, найденные на таком комплексе «Кордон» в Шумилинском районе Витебской области, которые свидетельствуют о формировании и существовании собственного пути по территории Беларуси из варяг в греки. И это тоже очень важно и интересно. Конечно, и в этом периоде также будут обозначены наши племенные союзы,
Кривичей, Дреговичей и Радимичей, которые потом оказывали влияние уже на вот эти первые исторические формы белорусской государственности. И дальше, если мы уже говорим 9-13 век, то это наше древнее княжество. Это не только, конечно, Полоцкое, Туровское княжество, и Пинский, Гродно, там, Слоним, Витебск, Менка, Минск, вот на сегодняшний день, который входил в состав Полоцкого княжества. Вот эти периоды, первые исторические формы белорусской государственности с Рогволодом, Рогнедой, Ефросиньей Полоцкой, Кириллом Туровским. Вот это наша история, наша древнейшая уже государственность. Конечно, Полоцкое княжество, которое имело значительный, я бы сказал, даже политический вес среди княжений, самостоятельное политическое объединение, первое, в принципе, государство на территории Беларуси. Это наша история. Наша глубокая государственность. И дата 862 год, первого летописного упоминания Полоцка, она показывает вот эту глубину больше тысячи лет. Ну да, опять же, летописная. Но до этого все равно же что-то было. Вот вы опять хороший вопрос задаете, такой, который ложится как определенным таким бальзамом на душу ученого, исследователя и моих коллег, которые, вот смотрите, буквально вот несколько дней тому назад праздновали очередную дату первого письменного упоминания о Минске, нашей столице, красивой, самой лучшей, нашей столице со своей богатой, уникальной историей. Но научные исследования ученых, которые проводятся на археологическом комплексе на Менке в рамках национальных археологических проектов с таким поддержкой государства, правительства Республики Беларусь, вот личный премьер-министра, в этот процесс исследования, кроме Академии наук, Академия наук, конечно, такую основополагающую роль выполняет. И вот к этим исследованиям вовлечено Министерство образования, Министерство культуры, Министерство спорта и туризма, Минский областной исполнительный комитет, райисполком, райсовет, такие, я бы сказал, необыяковые люди, местные жители. Они все понимают, что мы сегодня пишем историю Беларуси. Можно сказать, даже новые какие-то факты, включаем вот летопись истории первых ранних исторических форм белорусской государственности. И Менка это показывает. Уникальнейшие предметы, уникальнейшие материалы. И мы сегодня очень четко понимаем, что и знаем, доказали наши специалисты, ученые, вот Андрей Войтихович и другие коллеги использовали методы, естественно, научных анализов, радиоуглеродного датирования, дендрохронологии и типологические анализы тех предметов, которые выявляются. Он показывает, что Менка уже как древний город на реке Менке при падении Дуная в Менку существовало во второй половине X века, там, к концу X века город древний был с деревянными городнями, укрепленными такими стенами высотой 6-7, а может и больше метров, дубовыми конструкциями. И некоторые даже клетки были украшены зооморфными фигурами. Это тоже найдено в результате археологических исследований. Или в некоторые срубы дубовые были включены клыки кабана. Это языческий обряд. Значит, город строился до крещения, но затем, без сомнения, использовался христианский период после крещения Руси. Большое количество предметов, найденных во время археологических исследований. И что самое важное еще, вот последние исследования говорят о том, что, скорее всего, в этом древнем городе был древнейший деревянный храм. Он не сохранился, но погребальные комплексы, которые найдены в то время, в период древнерусский, находились рядом с храмом. Это уникальнейшее открытие. Мы, конечно, проведем различные анализы, антропологи поработают, тоже продатируем, ДНК-метод попробуем, чтобы оставить какую-то интригу. Но это просто определенная такая, наверное, сенсация и изюминка белорусской истории. И вот тут мы видим, что вот эта наша древняя история Минска, она
удревняется, она становится еще краше, насыщеннее, появляются новые факты. Никто из историков или моих друзей, коллег, которые рассказывают вот про Менку и Минск, не сталкивает вот эти два объекта, не противопоставляет их. Мы, наоборот, дополняем, где-то углубляем историю нашей современной столицы. Потому что переносы из одного места в другое древних населенных пунктов, городов, они известны. И в России, и в Украине, и в других местах. И у нас точно такая же ситуация. Я уже не буду говорить там про объективные или какие-то субъективные причины. Можно разные версии высказывать, почему произошел этот перенос. Ну, большая территория, большая река, какие-то и природные факторы, в том числе и военные, после вот этого похода 1067 года, и когда город был сожжен. Ну, я уже не говорю, как наши историки обозначают, и какие-то политические вопросы, связанные с противостоянием Полоцкого княжества и, там, и Киевского княжества, и другие вопросы. И, кстати, вот время удревнения истории населенных пунктов, они очень важны в плане формирования исторического мировоззрения, прививания любви к истории, чтобы вот где-то покопаться сегодня, найти какую-то информацию. Ты рассказываешь одно, у нас сегодня в средствах массовой информации люди услышали, полезли в интернет и проверили, правильно эти историки говорят или нет. Ну, к примеру, я вот родом Дятловского района, из Дятлова, изучал документы по истории Дятлова. И мы всегда понимали, что первая дата упоминания Дятлова — 1498 год. Сегодня в документах, в архивах мы нашли документ архивный Дятлова 1450 год. Практически на 50 лет история удревняется. И, конечно, ну, задача историков убедить, наверное, и местные органы власти для того, чтобы принять решение по изменению даты. Это несложно. Через год-два люди уже будут понимать и праздновать вот эту вот древнюю дату. В отношении Минска и Менки чуть-чуть сложнее, там письменной даты нету. А если мы говорим о средневековых населенных пунктах, то ряд населенных пунктов, когда мы находим новые документы, и, кстати, районные исполнительные органы власти или местные краеведческие музеи сами обращаются в Институт истории, где-то нашли, услышали, вот подтвердите эту дату или опровергните. По некоторым мы и не соглашаемся, потому что очень важно еще такой момент, когда документальные источники, то, что написано пером, подтверждается археологическими материалами, которые выявляются в результате археологических исследований. Если таких материалов нет, мы стараемся не спешить, даем еще возможность поработать исследователям. Затронули уже второй этап в истории, да, Республики Беларусь. Говорили Туровское, Полоцкое княжество. Вот интересно, про Туров был у нас, в Турове остался фундамент от древней церкви. И, как ни странно, она разрушилась в результате землетрясения. Вот это может быть к тому же, что город переносили, ну, Туров оставили на своем месте, а некоторые города переносили. Ну, и опять же, это подтверждает уже то, что история Беларуси очень древняя. И уже вот в XI-XII веке в том же Турове уже была каменная церковь. То есть это продолжает. Ну, опять же, Полоцк еще раньше, получается. Ну, Гродно, Калужская церковь, Калужская, очень, да, древняя, и, ну, многие, Нижняя там церковь в Гродно. А в отношении Турова, знаете, я всегда вспоминаю, когда называется Туров, своего коллегу, к сожалению, ушедшего из жизни, лауреата государственной премии, доктора исторических наук, Петра Федоровича Лысенко. Он, ну, просто сделал все возможное и невозможное для того, чтобы сначала построить в Бересте археологический музей, в Бересте уникальный комплекс, который сегодня привлекает тысячи и тысячи туристов, и которые видят вот необычную архитектуру древнего средневекового города XIII века. И Петр Федорович Лысенко проводил как раз исследования еще в 60-е годы в Турове. Он копал этот храм разрушенный, как он говорил и предполагал, что в результате землетрясения, ну, в Беларуси тоже много было катаклизмов, которые, видите, оказывается, и
даже имели такие последствия. И вот для меня запомнился тот факт, как Петр Федорович еще в 60-е годы нашел во время раскопок этого храма свинцовые пломбы, которые он интерпретировал как вещи, которые были на Туровском престольном кресте. Вот насколько у человека такая, наверное, сила воли, он многие-многие годы, ну лет, наверное, 50, он эту идею вынашивал, пробивал. Как мы иногда говорим, кто ищет, тот всегда найдет. И вот Петр Федорович добился того, что Туровский крест был восстановлен. Идею Петра Федоровича обратил внимание глава государства, были даны поручения по такой комплексной работе, финансированию, и восстановлены два Туровских креста. Один находится в Туровском храме, не в том месте, который сегодня является музейным таким комплексом. Фундамент закрыт павильоном, и можно познакомиться вот с фундаментами этого музея. Второй находится в Академии наук. У нас всегда много гостей, туристов, и мы очень так с гордостью демонстрируем Туровский крест, восстановленный благодаря в том числе ученым Академии наук. Мы поговорили про второй период, третий период у нас. Возвращаемся, если мы говорим про третий период, вторая половина 13-го, конец 18 века. Интереснейший период, период, когда на основе княжеств древних белорусских создано Великое княжество Литовское, потом Русское и Жамойцкое со столицей первой в Новогрудке. И этот период очень важный в истории Беларуси. Это тоже историческая форма белорусской государственности. На этот период неоднократно указывал глава государства на многих своих выступлениях и на первом уроке. Это практически 80% территории современной Беларуси. Древнебелорусский язык. Основа белорусское население. Вот этот термин «белорусский» или «Беларусь», мы его уже обозначили, когда обсуждали концепцию Национального исторического музея, что на первом месте Беларусь. В Национальном историческом музее Беларуси, Беларусь в таком-то периоде, Беларусь в таком-то, Беларусь в таком-то периоде. Это правильно. Так делают другие государства, другие страны, которые имеют название, закрепленное в Конституции. У нас Республика Беларусь. И этот подход пройдет вот такой вот всей линией и проходит при изучении в школах, в вузах. И люди, которые пойдут в музей, они также увидят вот этот подход. Период Великого княжества Литовского, конечно, ну, сложнейший. И военные конфликты, которые были, он очень длительный. Начиная со второй половины 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го и практически до конца 18 века. Очень множество событий, которые были на протяжении вот этого периода. Ну, это наша история, и эту историю мы показываем. Мы обозначаем и рассказываем, и изучаем, и знаем и события, связанные с Крепской унией, и с Люблинской унией, и дальше с разделами Речи Посполитой. Необходимо учитывать, что при создании ВКЛ издан статут ВКЛ. Одна из первых, в принципе, в мире. И до сих пор статут ВКЛ изучается во многих государствах как первая конституция. Это тоже говорит о значительном вкладе, в том числе и белорусов, в историю, в мировую. Без сомнения. Это как один из таких важных элементов, которым мы гордимся и показываем. Статуты Великого княжества Литовского. Последний статут, который существовал, ну, практически до там, середины XIX века, это свод законов, это конституция, и мы называем Льва Сапегу как одного из авторов, разработчиков, канцлера Великого княжества Литовского, ну и других исторических личностей, которыми гордимся и знаем на протяжении вот этого исторического периода. Для того, чтобы не соврать, мы при формировании вот концепции
Национального исторического музея в период 13-18 века. Я прямо процитирую, где-то, может, и в спорах, обсуждениях, с учетом, вот, как я вначале говорил, такого национального государственного подхода, что историческая личность сделала важного, необычного, что повлияло и на развитие государства, и на становление, в принципе, белорусского народа и современного государства. Исторические личности. Давыд Городенский, Анастасия Слуцкая, Франциск Карына, Симон Будный, Астафий Валович, Василий Цепинский, Казимир Семенович, Лев Сапега, Афанасий Филиппович, Симеон Полоцкий, Николай Гусовский. И также мы вспоминаем и великих князей литовских, которые были руководителями государства в то время: Витовт, Альгерд, Войшелк. Каждый из них имеет, наверное, сложнейшую историческую судьбу, но каждого знают, и каждый делал для своей страны все возможное, чтобы она развивалась. Опять же, мы говорим, что не только для своей страны оказали большое влияние на развитие европейских государств Российской империи. Да, были войны, были разные сложности в их взаимоотношениях, но всегда находили консенсус, и с большего территории Великого княжества Литовского, особенно первого периода, она становилась только больше, больше и больше, что говорит о том, что были, да, великие князья, и они продолжали развивать ее. Период очень большой, 13-18 век. Как-то вот, может быть, его можно поделить? Ну, с момента создания, например, Докревской унии, потом вот таким очень переломным, наверное, стал период Люблинской унии. И понятно, вот создание государства двух народов, пускай, наверное, не союзное государство, а вот что-то такое вот политическое, как бы, объединение, но тут вынужденная мера для Великого княжества Литовского, вот создание Речи Посполитой, но Великое княжество Литовское сохраняло свою территорию, армию, деньги и другие атрибуты государств. И вот тут, конечно, может, как историку не совсем было бы правильно, хотя в рамках истории белорусской государственности вот политическая история рассматривается. И тут вопросы элиты, личностей, которые вели себя не как патриоты, вели себя не так, и вот это влияло на то, что происходило в самом государстве. Социально-экономическое развитие, там, политическое и другое. После Люблинской унии, конечно, повернулась ситуация и языковая для Беларуси, мы говорим, начинается. Но к 18 веку, вот буквально недавно, была защита докторской диссертации нашего коллеги Ирины Федоровны Китурко по формированию и развитию таможенной службы в период Великого княжества Литовского во второй половине XVIII века. И вот я задавал вопрос, тогда уже соискатель, теперь доктор исторических наук, вот что влияло на то, чтобы стать таможенником, как попасть вот в эту службу. Без знания польского языка, белорусу, то есть не католику, этого не было дано. Вот это тоже один из таких фактов окатоличивания, ополячивания населения Великого княжества Литовского, белорусского населения, в понимании, в нашем понимании, как мы говорим, жителей современной территории Республики Беларусь. Ну, в том числе и униатство. Сегодня и этому вопросу придается большое значение, изучаются оценки. Понимаете, когда мы говорим с вами День народного единства, 17 сентября, ведь тоже не каждый нас
поддерживал, когда мы делали обоснование, вот голосование, принятие решений, довольно такое смелое. Понятно было, что не каждому это понравится, я имею в виду из соседних государств, именно 17 сентября. Но мы чем руководствовались? Мы руководствовались национальными интересами своей страны, и не надо стесняться, так как и другие государства на первое место ставят свои национальные интересы или национально-государственные интересы. Мы горды историей, своими достижениями, с обществом, государством. И, конечно, у нас свои подходы к защите интересов. У нас своя задача в рамках гуманитарной безопасности белорусского общества и государства. Но если говорить еще вот о третьем периоде, вы говорите объединение Западной и Восточной Белоруссии. Большое событие для государства, об этом надо говорить. Но, наверное, и говорить о том, что ВКЛ было создано на территории Белоруссии, и мы можем с полной уверенностью говорить, что это было в первую очередь, наверное, белорусское образование, и люди, войска, руководство — это были белорусы. Это когда некоторые западные страны начинают говорить, что это все-таки их какое-то образование, ну, наверное, все-таки это в первую очередь белорусское образование, и Великое княжество Литовское, как бы нас потом ни называли, литвины, либо еще как, ну, да, может быть, мы были когда-то литвинами, нас называли, но это все равно на территории Беларуси, и это наше исконное белорусское. Мы должны тоже гордиться этим, что на нашей территории было создано такое большое государство. Конечно. От Балтийского до Черного моря в XIV век. Вот это наши с вами далекие предки, они строили замки. Понятно, что были руководители, но по-другому нельзя. Мы же знаем, например, там Радзивиллы, Сапеги. Но по-другому в истории любой страны ты не назовешь людей, которые просто принимали участие в строительстве. Вот это многомиллионная или тысячная армия простых людей. Да, и были исторические личности, которых мы сегодня называем, в том числе вот Лев Сапега, как один из создателей статута Великого княжества Литовского. И это нормально. Мы сегодня вспоминали Полоцк, 862 год. Вот сегодня житель Полоцка, который родился и знает свою историю, он кто? Он белорус. Белорусский город в рамках нашей Республики Беларусь. Я дятловчанин. Я знаю, когда Дятлово было построено. Сегодня это районный центр Гродненской области. Это Республика Беларусь. Слоним, Гродно или Минск. Это наша история. И государство, которое было вот в разные исторические периоды, это наше государство. Да, оно, Великое княжество Литовское, например, можно говорить, что принадлежит там разным странам. И это тоже определенное преимущество. Сегодня Беларусь как такая миролюбивая страна, как площадка, как в центре Европы. Мы всегда были в центре Европы. Мы всегда показывали свою такую дружбу народов. Сегодня, посмотрите современную политику и заявления главы государства и других политических деятелей в отношении Беларуси. Мы такими всегда были. Я приведу пример чуть-чуть из древности в отношении Беларуси. Славянское поселение. Мы славянская страна, большинство жителей славяне. Ну, конечно, мы не забываем и про памятники балтские, как это все происходило, изучаем, но одно из славянских поселений, недалеко от Минска, оно входило в округу Менки, Василевич. Во время строительства мы обнаружили славянское поселение Василевич. Во время раскопок нашли пряслица. Но вот одно пряслица, там десятки, но одни были сделаны из овруджского сланца на территории современной Северной Украины, а второе из норвежского мыльного камня. Вот посмотрите, пожалуйста, какие связи у нас были с севера на юг. Или во время археологических исследований для любого города там импорт со всех стран. Византия, Египет, Самарканд и другие европейские и восточные наши страны. Такие связи, они были всегда. Это в истории, в крови Беларуси, белорусов и белорусского государства современного.
Следующий период в истории – это 18 век. Начало 20 века. Значимый, мы уже находились рядом с нашей восточной соседкой. Чем он интересен и как он характеризуется? Период очень важный и очень интересный для понимания, как мы сегодня кратко даем характеристику вот этого периода с конца 18-го по начало 20 века, ну, до 1917 года. В 1772 году первый раздел Речи Посполитой, 795-й – третий раздел Речи Посполитой. Западные земли Белоруссии отошли к России. В 1796 году была создана Белорусская губерния с центром в Витебске. С конца XVIII века Белорусская губерния, то есть появляется Беларусь, да, в составе Российской империи. Происходили изменения во всех сферах экономики, рост городов, создавались новые мануфактуры в сельском хозяйстве, увеличение посевных площадей. Во второй половине XIX века на территории Беларуси начинается процесс значительных изменений в экономической жизни. Появляется импульс для капиталистического развития. Понятно, он что был характерен и для всего мира, и Западная Европа, и, конечно, в Российской империи. Но самое важное, начинается процесс создания белорусской нации. Возрождается белорусская культура, формируется белорусский литературный язык. Ну и за территорией вот, проживания белорусского населения закрепляется название Беларусь. В этот же период происходит тоже знаковое событие. Совместно Беларусь совместно с Российской империей входит вот в эту фазу предреволюционную. Назревают революционные идеи, мысли, и потихонечку тоже белорусы втянуты в этот процесс. Следующий период, начиная с 17-го года, да, и уже советский период. 1917 год – это знаковый год в создании белорусского национального государства. События Первой мировой войны не забываем. События польско-советской войны совершенно по-новому показываются, обозначаются. А ведь польско-советская война повлияла на подписание Рижского мирного договора 21 года и разделение белорусского народа вот, практически на 20 лет и вхождение в состав Второй Речи Посполитой. 17 сентября – это акт исторической справедливости, когда белорусский народ объединился, выстоял в жестоких событиях Великой Отечественной войны и восстановился после тяжелейшей оккупации. 12 348 населенных пунктов было разрушено. Из них 288 разделили судьбу Хатыни, никогда не были восстановлены. Этот период очень важный для страны. Белорусский народ – это герой, страна-партизанка, 374 тысячи партизан, более 70 тысяч подпольщиков. В рядах Красной Армии 1 300 000 белорусов, которые служили. Более 3 миллионов общие потери белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Выбрать было очень сложно. Тысячи людей, которые каждый достоин, чтобы быть, наверное, увековеченным, но они будут увековечены в литературе, в исторических статьях, в книгах. Но Янка Купала, Якуб Колос, Александр Червяков, Кирилл Орловский, Павел Сухой, Максим Танк, Петр Машеров, Николай Борисевич, Притыцкий, Вера Харужий, Кирилл Мазуров, Иосиф Лангбард, Виктор Туров, Василий Быков, Владимир Короткевич, Всеволод Игнатовский, Минай Шмырев. Этот список можно было бы продолжать. И следующий этап истории – это уже история современной Беларуси, 91-й и современность. Но я уже сказал, что в этом периоде как бы будут обозначены два совершенно разные по хронологии периода. Первый период такой был очень сложный. Распад Советского Союза. Мы получили нашу независимость, потом становление 94-го уже по современность. И вот этот период, когда белорусский народ сделал выбор, это решение было на референдумах. Экономическое поступательное развитие, складывание модели социально ориентированной или белорусской модели. По большому счету можно говорить про определенный белорусский мир в целом. В современный период, конечно, было очень сложно подобрать
исторических личностей, чтобы кого-то не обидеть, и многие внесшие вклад в развитие суверенной, независимой Беларуси еще живы и здравствуют. Поэтому вот в современный период Михаил Савицкий, Михаил Высоцкий, известный конструктор, митрополит Филарет, Владимир Мулявин, Михаил Пташук, Владимир Корват, Иван Шамякин, Жарис Алферов, Игорь Лучунок, Александр Дубко, Петр Лысенко.